Всем привет, это СБ 1813 или ProSign. Продолжаем реакции из пачки. Ксани написал, чтобы я сделал реакцию на группы OneWe. Не знаю, так она, наверное, называется. И вторая Gravity. Это южнокорейская Rotsk группа кей-поп компании. На Rotsk группы из Кореи мы уже делали достаточно много, причем реакции у меня собралось. Ну, к тому моменту, наверное, это не так много было, когда это было полгода назад. Но, тем не менее, такую группу мы вроде не видели, не слышали. Опять же, выглядят они как максимальные кей-поперы. Будет ли это такой поп-рок или же все-таки что-то вот именно такое более чуть тяжелое, наверное, сейчас заценим, посмотрим. Но в любом случае, давайте, как бы да, собственно, заценим, посмотрим. Го. Какая у него акустика, кстати, красивая прям. I'm a gravity. I feel like I'm floating on cloud nine. You're my gravity. Leaning on something, a little turn to what I can't ignore. To call it love, something meant to be. We just can't deny it anymore. The barrel and empty resent up to find in your mind. Falling down my love. Ля какой. Не, ну пока это больше на кей-поп похоже, если честно. Просто они с инструментами. Надо было это в конец пачки вставлять, чувствую я теперь. Потому что, ну это на самом деле кей-поп. Ну, звучит это как кей-поп. Хотя в целом, типа, ну, звучит очень прикольно. О, басист еще и рэпер, но это топ. А вот интересно, у них тут тоже все пять будет? Или все-таки гитарист с ударником? Для инструментала отвечает больше. Здесь бас-партия тут очень прикольная. А, вообще трек офигенный, кстати, мне нравится пока. Но я бы не закинул их в... Наверное, это, знаете, это прям совсем поп-поп-поп-поп-поп-рок. А-ля какие-нибудь Maroon 5. Которых, ну, нормальному року нельзя причислять. Но это звучит еще раз еще лучше, чем Maroon 5, потому что Maroon 5 кал. Кстати, надо сделать как-нибудь реакцию на Maroon 5. И переобуться, естественно. Но реально, мне очень не нравится эта группа. А вот это прям офигительно. Оля, пошел. Знаете, на что это еще немного похоже? На последние релизы Miyavi вообще. Ну-ка, только без ультра-жести в плане соляков, как Miyavi. Но, кстати, тут соляк тоже очень хорош. Блин, еще выглядит прикольно. Не, ну вот все, что в плане видео, все, что в плане костюмов, это чисто кей-поперская история. Ну и, в принципе, сам бит вот этот танцевальный, это тоже больше кей-поперская история. Но вот бас и гитарка, да, прям хорошо. Если они реально это сами еще и сочинили, и прям играют, то прям красавчики. О, пошел. Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек Gravity от группы OneWe. Может, я неправильно называю. Ксане, короче, все это посоветовал. Спасибо огромное. Очень прикольно. Мне прям понравилось. Хотя это все-таки, наверное, больше кей-попу я бы отнес. Если бы я их вот сейчас не видел, чисто слышал, я бы на самом деле вполне себе подумал, что
они могли бы, например, подойти под этот трек танцевать вот именно с вместе, да, то есть там 5 человек, они бы именно вот могли танцевать, там все, что как обычно в хип-хопе происходит, но здесь именно группа, то есть именно бас, гитара, две гитары даже условно, клавиши и ударка. Сразу хочу выделить басиста. Басист прям офигительный. То есть мало того, что у него очень крутая партия, у него, в принципе, самый крутой момент в треке, это когда вот эта партия начинается минималистичная, да, в припеве. И в конце он еще и послэпил, а помимо всего этого он еще и как бы рэпом зафигачился. То есть басист тут просто идеальный. Вот. Гитарист тоже. То есть у него основные партии, опять же, такие Maroon 5-овские, да, если так можно назвать. Но вот именно соляк прям хорош. То есть он прям четенький, прям вкусненький и небольшой, самое главное. Так что за это тоже ему огромный респект. По поводу вокалиста, у него крутая тоже гитарка акустическая. Блин, я бы хотел себе в коллекцию что-то. Ну, чисто для вида, на самом деле. Я хоть акустику не люблю, но вот такую бы акустику я бы взял, потому что это выглядит очень хорошо. Ну, как бы вокал у него, опять же, вполне себе хорош. По поводу вот ударника... Странно, потому что как, такое чувство, что большая часть ударов на самом деле были электронные. Прямо это слышно было, потому что все-таки трек он такой более танцевальный, более электронный. Поэтому насколько тут реально ли все он вот это играл, не знаю. То есть, может быть, да. То есть, скорее всего, он это все записал, ну вот, но потом это все пересвели и добавили уже сэмплов, ну, как мне кажется. Ну, может, я не прав, не знаю. И вот по поводу, собственно, клавишника. Он неплохо пел, но где именно там клавиши, прям вот как клавиши были, я не очень понял, потому что там вот именно больше, опять же, что-то такое более электронное, что-то битовское. Так что... Но в целом трек очень прикольный. То есть прикольный, если... Вот их бы я бы даже, знаете, есть эти Xaidinari Heroes, да, которые, опять же, возможно, неправильно называю. Вот они тоже максимально так поп-рокерски звучат, но они все-таки больше, вот, наверное, к року, наверное, можно их причислять, хотя там тоже структура такая же, что вот они там все поют, одеваются как кей-поперы, с клипами снимают как кей-попером, но вот их как-то больше к року, вот это все-таки я больше к кей-попу бы отнес, просто, ну, вот чуваки вместо танцев, типа, вот именно играют на инструментах, но звучит это как кей-поп, вот честно, но крутой кей-поп, то есть я бы с удовольствием такой переслушал, так что в любом случае, опять же, Ксане спасибо. И спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Слушайте, Саня, нравится, нравится, сами все знаете. Не знаю, может, у них есть что-то более рокерское, да, не знаю. Или они всегда такими были, или, может, реально их кей-поперами считают. Но вот лично мне именно по звучанию показалось, что это вот что-то все-таки более в поп-музыку, нежели в рок-музыку. Хотя как бы на настоящих инструментах. Ну вот как-то так, наверное. Давайте дальше, собственно, пойдем смотреть, что там еще у нас в пачке. А тут все. Пока.